эту тему достаточно уже было комментариев и среди российских официальных лиц, и членов парламента России, и экспертов о том, что на 10% ракета взорваться, конечно, ну, надо очень постараться, чтобы это произошло. Мы не видели пуска ракеты «Искандер», не видели. Поэтому, когда это заявление было озвучено вчера, ну, еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели.